произошло еще одно преступление нашей власти. Марии Пономаревой присудили 6 лет лишения свободы. Ее слова, вот дословно, сейчас в тюрьмах больше порядочных людей, чем Единой России. Хороший пример мне понравилось, когда она привела пример, как советские войска в Бессарабию, когда вошли, и там комиссар увидел, как люди едят колбасу, белый хлеб, и в укор им говорит: вот мы тут голодаем, боремся за вас, за вашу свободу, 23 года, а вы тут жрете, обжираетесь. И девчонка, которая прислуживала, просто простая девчушка молодая, говорит: а зачем вы пришли нас освобождать от колбасы и от белого хлеба? Ее еще замечательные слова: тоталитарный режим самый прочный перед своим крахом. Эта девушка стоит 6 дивизий вот этих горе-воинов, которые под лозунгом «вот мы боимся, что нас посадят в тюрьму, потому мы идем», обращаются, прячут лица, обращаются к своим женам, матерям. Вы, говорит, обратитесь к плотнику 4-го разряда, пусть он нас уберет с поля боя в третью линию. Боимся мы. Только эта девушка не боится. Вот на таких девушках держится Россия. Она сказала то, что сейчас и все говорят. Свои годы она там не отсидит, потому что все раньше закончится и все раньше выйдут.